Всем привет! В этом видео будет крутая торговля. Также я покажу статистику своей торговли за месяц. Обязательно досмотрите это видео до конца. Но перед тем, как я начну, хочу вас всех пригласить на свой новый канал по торговле, по трейдингу. Называется Instarting торговля, сигналы для Olymptrade. На этом канале будет моя торговля и торговля моей команды. Здесь моя команда будет торговать по сигналам, по скальпингу, по фигурам разворота. Здесь будет чисто трейдинг. Также на этом канале я буду проводить стримы. Я знаю, что вы все очень долго ждете от меня стримов. И чтобы не засорять основной канал, стримы будут здесь. На основном канале все будет как и раньше. Не переживайте, тоже будет торговля, тоже будет мотивация. Но на этом канале будет чисто торговля. Этот канал будет чисто по трейдингу. Здесь буду торговать я и моя команда. Я думаю, на этом канале вы для себя найдете очень много полезной информации. Потому что увидите, как торгуют другие люди, как они входят в сигналы, какой у них депозит, как они пользуются money management. Так что обязательно подписывайтесь. Первая ссылка в описании. Итак, переходим к торговле. Здесь все просто. Мы видим четкий уровень сопротивления, горизонтальное движение на паре евро-доллар. И здесь видим тоже сильный уровень сопротивления, восходящее движение на паре британец-доллар. Видим две красные свечи, разворот. Я дождался разворота и заключаю сделки на понижение. Перехожу на пару евро-доллар и также заключаю две сделки на понижение. Ожидаю еще лучшей позиции и еще заключаю одну сделку на понижение. Видим, да, как четко цена подошла к уровню. Очень сильный сигнал, я дождался разворота и захожу на понижение. Теперь хочу перестраховаться, заключить догоны. Но видите, на 5 минутке ничего не видно, переключаюсь на минутку, здесь уже картина получше. И я на пике, заключаю еще 2 сделки. Здесь я зашел на 50 тысяч. Здесь, видите, я хорошую позицию упустил. И принимаю решение здесь сделки не заключать. Итак, видим, да, какой шикарный коридор. На британце доллар, на евро доллар. Ускоряю видео. Здесь все идет отлично. Идет нужная мне коррекция. Здесь также. И все сделки закрываются в плюс. Итак, смотрим. Цена подходит к уровню сопротивления. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь свечей не смогли пробить уровень сопротивления. Плюс смотрите, как четко он прорисовывается, какой четкой линией. И случается разворот. Это очень сильный сигнал на то, что произойдет разворот. И вот вам история моих сделок. Итак, переходим к истории сделок за месяц. Вот видите, 22.06. Смотрим. Смотрите, как я торгую, да? 22, потом 28. 28. Потом, видите, сразу 1 числа. Все эти сделки есть в моих видео, так что проверяйте. Никто из трейдеров не показывает историю своих сделок. Странно, почему. Потом, смотрите, идет 6 число. Потом, видите, сразу же 10. 10, 11 пропустил, 12. 12, 14. Видите, всего лишь 2 сделки 14 числа. Я много анализирую и мало торгую. Вот вам секрет успеха. Потом 20. Здесь была торговля по сигналам, видите, 17.30. Я неудачно записал видео, потом переключился на другой аккаунт. Потом продолжил торговлю. Вот вы видели эти два сигнала, вот эти вот четкие два сигнала. И вот опять торговля по сигналам. Итак, копируем все сделки. Вставляем и смотрим мою статистику. Итак, всего 83 сделки.
61 сделка в плюс и 22 сделки в минус. Это очень шикарный результат, 73%. То есть 3 к 1. У меня 3 сделки в плюс, 1 сделка в минус. Но чтобы быть в стабильном плюсе, достаточно 66%. Это 2 сделки в плюс, 1 сделка в минус. Если вы добьетесь такого результата, 2 к 1, вы всегда будете в плюсе. Итак, получилось у меня заработать за месяц на этом аккаунте 380 тысяч рублей. Вот такие вот результаты. Можно посмотреть вот хронологию ставок. Вот, прибыль. Ссылку на этот сервис я оставлю в описании. Здесь я записывал торговлю по сигналам. Давал тогда сигналы в 8:30, потому что вышло обновление на Олимпе, и Олимп очень лагал. Здесь я тоже записывал торговлю по сигналам. Запорол первый сигнал, у меня вылетела запись, я начал нервничать, переключился на другой аккаунт. То есть это тоже очень сложно. Я пытаюсь и записывать, и торговать. И бывает, тоже с этим не справляюсь. Но, как вы видите, статистика шикарная. Вот такое вот получилось видео. Проверяйте все мои сделки. Часовой пояс плюс 2. Также на моем канале все эти сделки есть в моих видео. Если мне кто-то не верит, пожалуйста, проверяйте. Показал вам всю историю. Так что объединяемся, подписываемся на новый канал. Кому есть что-то показать, что-то рассказать о своей торговле, присылайте мне видео. Я буду их публиковать на новом канале. Также добро пожаловать в мою бесплатную группу по заработку, где я торгую с вами каждый день и даю сигналы. Вторая ссылка в описании. Также смотрите статистику моих сигналов. Третья ссылка в описании. Обязательно подпишитесь на эти два канала, на Instagram, на Telegram тоже, все ссылки в описании. Обязательно поставьте этому видео лайк. Удачной всем торговли, пока!